Всем, всем здравствуйте, здравствуйте, наши хорошие. Малышня наша подрастает. Глазки вон уже как открыты, прямо так хорошо, хорошо открыты, да? Тут возюкалки рядом возюкаются, да? Маленькие возюкалки возюкаются рядышком. Вот она, девочка, сейчас показываем девочку. Вот она какая девчонка. Такая пока серьезная еще. Но чуть-чуть времени пройдет и будет озоровать, как все. Да, будет прыгать и скакать много и озорничать. Ну, нянька-то тут рядышком, мальчишечка. Ну, мамочка тоже, конечно, рядышком наблюдает за всем этим. Так, пацан, покажись, какой ты у нас красавец. Тоже уже почти глазки открыл. Чуть-чуть еще осталось, да? Вот и позевуль какой. Какой хороший позевуль растет. Такой вот малышок. Мальчишечка у нас светленький, а девчоночка кремовая. Но я думаю, мальчик тоже будет считаться кремового цвета, просто будет светло-кремовый. Папа у нас тоже кремовый, как и Донечка. Ой, какие звуки, фейка, ты издаешь, а? Сейчас вообще по нормам шпицов можно сводить, чтобы мама и папа были одного цвета. То есть разные цвета сейчас запрещено. Женить и замуж выдавать по вот параметрам РКФ нельзя. То есть мама и папа должны быть одного цвета. Но детки могут получиться и разных цветов, потому что кто там был бабушка, кто была прабабушка, а прадедушки кто были, там, то есть, могут быть и другие цвета, потому что раньше такого запрета не было. Вот. Так что, ну вот ждем. Растут малыши. Уже хочется, чтобы начали играть, резвиться. Будут тут все грызть, кусать, бегать и озоровать. Да, Донечка? Скажи, а мосты не будут озоровать, будут культурные. Да, будут, будут, обязательно будут. Будут маленькие озорнички. Вот он к мамочке пополз. Пополз ребенок к мамочке. Девчулька поползла. Говорит, я хочу к мамульке. Да, мы целуем вас, обнимаем. Хорошего вам вечера, замечательного настроения и хорошей всем погоды. Всем пока-пока.